Дорогие друзья, близкие, далекие, знакомые и незнакомые, поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Это большой праздник. Когда ангелы пришли к пастухам, они сказали: «Великую радость возвещаю вам». Пускай этот праздник, как великая радость, придет в каждое сердце, в каждую жизнь. И мы, можем быть, как пастухи, понесли эту благую весть Евангелия, великой радости дальше, так я вам желаю быть свидетелями и быть теми, кто дальше несет это Евангелие о великой радости. Хорошего вам Рождества!